Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, Всадники Олуха. Так, ну что, начнем с просмотра, что нам принес Беззубик. 15 рун. Кстати, у нас же с тобой накопилось. Так, секундочку, пока я жив на Олухе, всегда будет место для детенышей драконов. Окей. Опять путешествовал, а, Икинг? Ловцы драконов бросили множество яиц. Без нашей помощи детеныши не вылупятся. Ситуация критическая. Ясно, парень. Мы этим займемся. Ну, занимайся. А мы с тобой приобретаем за 2000 рун дракошу. Да-да, вот именно здесь. Так, ну что, уникальный пристеголов. Получить, да, я хочу купить. Ну что же. А вот он, вылупился. Ну, естественно, сразу же будем его размещать. Хотя, подожди, а зачем он мне нужен? Может быть, в ангар его все-таки отправим, а? Барс и вепрь. Пускай он идет в ангар. Так, забияка и задирака. Барс и вепрь. Забрать 200 рун. Подумать только, сколько всего мы можем теперь разрушить. Так, чтобы мы с Барсом и Вепрем могли отправиться в приключение. 90 в плане. А, улучшить дом ваш. Хм. Ладно, я сделаю чуть позже. Чуть позже мы это с тобой сделаем. Так, теперь давай, наверное, откроем пак. Бесплатный, конечно же. Так, монетки Одина. И вот уже сам пак. Громель, кревет, шипорез. И ресурсики. Хорошо. Так, мы сможем с тобой здесь какое-то задание завершить. Замечательно. Так, ну что, давай, наверное, еще посмотрим с тобой один пак. Монеты Одина. И ресурсы. Тут у нас только ресурсы будут. Кто? Еще разок. По-моему, у меня такой лаварык. Так, 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 секундочку. Давай мы пока его разместим в ангаре. Слушай, лаварык, это же, если я не ошибаюсь... Так, 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 где же ты у меня? А, я его, скорее всего, тоже убрал в ангар. Сейчас посмотрим, тот ли это дракон, или я чего-то путаю. Да, лаварык 9 уровня, поэтому можно вот этого спокойненько отпускать. Чем я и займусь. Да, нам, как говорится, двойнички не нужны. Конечно, лучше бы мне дали бы древесины. С ней вообще у нас какая-то проблема. Так, древоруб, лети, добывай. Костолом, тогда тоже лети, добывай. Где у нас еще? Вот здесь. О, неплохенько. Дровница улучшена, да, у нас получается. А здесь... Ё-моё, ты посмотри, как, сколько нужно ресурсов теперь, чтобы еще на уровень поднять. Это люто. Но зато теперь у нас все с тобой поместится. Заберем рыбу. Вступать я никуда не буду. Так, у нас еще, видимо, два задания каких-то завершенных. Получаем янтарь и листья. Отправить Беззубика в путешествие. Так, обучить трех драконов. Все, короче, понятно. Так, иди, добывай рыбу. 49. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю, он приносит прибыль, да? 49 тысяч рыбы. А что здесь? Плевак, а скоро здесь будет куча яиц, поэтому надо подготовить деревню как следует. Стоик будет очень рад услышать, как ты заботишься о деревне. Знаете, что общего между древесиной и викингом? Они оба крепкие и иногда получают топором. О, 45 тысяч древесины. Отличная работа, Плевак, а нам следует не избавлять обороты и продолжать улучшать деревню. Надо же, парень, ты с каждым днем становишься все больше похож на вождя. Ну что ж поделаешь, весь в отца. Так, что я хотел еще сделать? Так, события, ребят, есть какие-нибудь у нас? К сожалению, нету, и это меня немножко расстраивает. Последние события я, кстати, прошел сегодня за кадром. Оно не вошло. Но, когда я его прошел, я накопил достаточное количество листьев. И поэтому мы можем, например, с тобой кого-то купить. У меня такая вот идея возникла. Купить себе брызговика. Но для этого нужно еще 5000 листьев накопить. А так я вполне могу взять вот этого вот Песня Смерти. Или Плеснекрыла. Или же Мрачного Дождевика.
Ну, почему-то я не хочу на них тратиться. Если уж брать, то либо фантома, либо брызговика. И я думаю, что ты со мной в этом плане согласишься. Так, ну что у нас тут еще есть? Что-нибудь прекрасное, что мы можем с тобой сделать и уже отправиться на арену. Есть. Ну что? На прогулке к нам с Сарделькой вдруг направились лезвие и крылы. Мы одни и готовы к схватке с таким противником. Мы с Сарделькой полетим дальше только после того, как и если найдем укрытие. Ну давай спрячемся в пещерах. Бесплатно, конечно же. Ага. Осматривая пещеры на вершинах островных утесов, Сморкала натыкается на большое гнездо с яйцами ужасного чудовища. Похоже, их никто не охраняет. Ну, давай найдем мать. Может быть, я это зря делаю? Посмотрим. Так, Астрид поражена масштабами разрушений. Окей. Астрид обнаруживает, что ущерб обширнее, чем она полагала. В стены как будто кто-то врезался с разбега или влетел. Всюду подпалины. Восстановление займет целый день. Древесина. Бесплатно. Окей. В общем, вроде бы все занимаются делами. Сколько нам там древесины нужно? Хватит, нет? Во. Так, ну что, мы теперь, по идее, должны... Блин, уровень 6 нужен. Понятно. Прокачать придется. До 6 уровня, чтобы нам открылись с тобой путешествия. Так, подожди, тут 35 минут? Первый дракон у меня вообще апались бесплатно. Но это видишь какой? Это тебе не простой, это уникальный. Ну, вроде бы пока все, что я мог сейчас сделал. Наверное, мы сейчас еще с тобой сделаем оборону Олуха. Плывем на Олух. Если кто-то не желает иметь дело с драконами, ему придется иметь дело со мной. Ну давайте, родные мои, будем сейчас атаковать. Вот это возьмем. К бою. Также начнем сбоку, наверное, да? Ну что же, пропустить. Тут раз, два, три. Три маленьких кораблика. Так, поехали. Прямо вот с краешку начнем. Эй, почему? Блин, не хватает энергии, понятно. Давай вот это вот бомбанем. И вызовем. Так. Слушай, ну быстро мы как-то тут с тобой разбираем все это дело. На тебе. Тудукает он мне там. Угу. Ну куда же вы все как-то вот разбрелись? Кто что убьет? Не чтобы сконцентрироваться на одной, да, какой-то мишени. Нет, они вот в разные. Сейчас, по-моему, у нас с тобой один-то ключик и отнимут. Да, скорее всего, один ключ мы с тобой потеряем. Да, это, в принципе, и не важно, если честно. Нам главное с тобой просто пройти это испытание. Награды тут так себе. Мне интересно знать, а как повысить им атаку? Да, ключ один мы с собой потеряли, а? И это еще хорошо, что вот эти корабли по нам не стреляют. Обычно это все дело оборачивается хуже для нас. Блин, не хватает одной энергии буквально. Но в любом случае с тобой два ключа мы получим. Уж тут они никак не смогут меня одолеть. Ну давай, давай, родные мои, еще в залп. Все. Смотри, у Беззубика сколько? 167 к атаке. Обалдеть. У остальных вообще там ничтожно мало. Но, тем не менее, мы с тобой получили два ключа. Сейчас будем открывать. Как всегда, там гроши какие-нибудь получим с тобой. А дальше уже будем думать, куда пойдем. Наверное, скорее всего, на арену. Нам нужно с тобой... Хотя, подожди, я недавно буквально играл на арене. Я боюсь, что даже еще откат не произошел. Да, я хочу забрать свои награды. Ну, видишь, 1500 рыбы и опять 1500 рыбы. Копеечные, конечно, награды. Знаете, почему Эдвин никогда не победит? У него нет Йоргенсона. Йогерсон, Йогерсон, ура, ура, ура. Иногда мне хочется, чтобы и у нас его не было. Нам нужно подготовиться. Уверен, у Эдвина есть какой-то план. У него он всегда есть. Нам тоже нужен план. Так, вы думаете, пока там над планом, а я Беззубика отправлю... Землехват. Давай попробуем землехвата взять, а? Пускай он его
найдет. Ага, понятно, 52 уровень требуется. Тогда пускай ищет. Пускай тогда ищет. Ну что, давай посмотрим, что у нас тут. Задание выполнено. Так, получаем еще 5 рун. Кстати, чтобы нам с тобой открыть еще одного наездника, это мама Икинга. Я, правда, не помню, где она находится. Но там вроде бы нужен обалденный уровень. Чуть ли не 50-й. Не могу найти, где-то она находится. Так, это все не то. Хоть убей, не помню, где находится она, короче. Но там тоже можно открыть. Но, поверь мне, там, по-моему, 5000 рун нужно. Так что нам как бы не к спеху. Первым наперво нам нужно с тобой построить домики для викингов. Желательно все. Так, а по-моему, у нас с тобой все домики стоят. Я сейчас гляну. Нет, еще можем с тобой построить один, да, который нам даст 25 в плюсе викингов. Но стоит это, как видишь, 310 бревен. Это далеко не дешево. Ну что, теперь можно, наверное, посмотреть и на арене. Да, друзья мои, не получится сегодня подраться, но в данный момент, как ты видишь, откроется только через 13 часов. Но зато я могу открыть вот этот пак. Ужасное чудовище, древоруб, громобой, шепот смерти, крылатый ужас и водорез. Даже громорога дали. По-моему, громорога я могу даже улучшить, если мне, конечно, не показалось. Ну-ка, улучшение пойдет. А, ну конечно же, нужно иметь 24 уровень. А так фигушки тебе, а не улучшение. А вострозуб? Да что ж такое-то, поиск, все время какой-то поиск нужно, а? Змеевик, а ты-то как? Тоже поиск. Громобой? Понятно. Что ж нам так не везет? А вот здесь что? Барс и вепрь, у нас с тобой появились новые драконы, пристеголовые. Ну что, давай, наверное, забьем с тобой ячейку, да, для пака. Чтобы, как говорится, местечко не пустовало. О, кстати, очень хорошая команда против меня. Знаешь почему? Потому что она вся фиолетовая. А знаешь почему я радуюсь? Потому что мы по фиолетовым наносим офигенный урон. Вот поэтому я и радуюсь. Начнем с древоруба. Так. Усилимся. А он хочет меня вот этими двумя пристеголовыми бомбануть. Я тебе сразу скажу, ничего у него не выйдет. Абсолютненько ничего у него не выйдет. А вот мы-то их как раз быстро очень сейчас разберем. Так, давай-ка, сарделечка, уничтожим вот этого. А с этими двумя... А, сейчас будет... Слушай, кто-то из них готовит массовую атаку. Наверное, вот этот. Хотя нет. Этот, что ли? Непредсказуемые, ребята. Нать вам огонечку. И добивка. Че это он ничего не стал делать? Пропустил просто тупо ход. Я не знаю почему, ребят. Но за это они поплатились. Шикарно моя команда здесь сыграла. Ничего не скажешь и не поспоришь. И у нас, ребята, еще тыщенка кубков, грубо говоря, да. И мы с тобой перейдем на пятую арену. Ну что, схватки больше мы делать не будем, потому что у нас все тут забито. Остается только выжидать. Слушай, 500, 2000 рыбы. А сколько нужно? 565 тысяч. Слушай-ка, можно немножко подкопить? Попытаться, да? Как-то все равно кисловато у нас с тобой здесь идет. Так, отправляйся в водорез за рыбой. Так, эти у меня тут бревна таскают. Опять же, не сказать, что очень много. Может быть, нам отправить за рыбой? Так, а тебя? Тебе за бревнами все-таки, потому что ты под это заточен. Тут 570 нужно. Кстати, нам обязательно нужно прокачать с тобой академию, чтобы дальше мы могли развивать наших драконов. Ну, ты видишь, да, ценник? 570 тысяч бревен. Просто суммы
сногсшибательный. 570 тысяч. Так, у нас еще задание, что ли, новое здесь есть? Забияка, задирака, мне нужна ваша помощь. Скоро здесь станет гораздо больше драконов. Необходимо подготовить академию. Слушай, не хочешь немного вздремнуть? Лучшего места не найти. Надеюсь, я об этом не пожалею, но я не могу заниматься деревней и осматривать острова одновременно. Как-то забияка и задирака меня никогда не подводили, но они умеют устраивать хаос из ничего. Значит, улучшить академию до 6 уровня и поищите тайфу Миранга на острове Угрея. Это мы с тобой делали, но, видимо, придется еще раз сделать, да? В общем, копим с тобой древесину. Сейчас усиленный акцент идет на древесину, и, конечно же, хотелось бы побольше рыбки, чтобы мы с тобой улучшили, да, дровницу. Так, может быть, у тебя что-нибудь есть на обмен? Блин, какой классный дракон, а? Ну, мне придется отказаться от твоего щедрого предложения и посмотреть, что ты вообще тут предлагаешь. Все, что ли? 45 тысяч рыбы, вот эта нам штука нужна. Также нам нужны вот эти четки, блин. Кто-то говорит: Рэй, я тебе перегоню в открытие легендарного дракона. А точнее, зеленой смерти. Что мне нужно для того, чтобы ее открыть? 5 четок, 3 лопаты, вот этих флагов и топоры. Где эти топоры вообще находятся? На острове Угрей. И причем на этот остров у меня может летать только лишь Беззубик. Это сколько он должен сделать туда полетов, чтобы найти? Ты представляешь? Эти 30 флагов. Ну, он, конечно, не по одному флагу приносит. Он может и 5, и 6 за одну ходочку. Но все равно. Так, давай-ка мы с тобой... Иди обучайся, малыш. Иди обучайся. Так, нам нужно с тобой... кого-нибудь подешевле. Во. И еще одного, да, нам нужно. И еще одного, это кто у нас тут будет? Ну, например. Да ну, так дорого стоишь. Обойдусь, вот. Очень дешево. Так. Задание. Я что, не выполнил, получается? Обучите 3 драконов. Ну я же вроде бы как. Или они должны именно отучиться? Блин, вот были бы у меня лишние руны, я бы открыл бы еще одну ячейку для дракона. Тоже было бы неплохо. Ну-ка. Яйцеклык, яйцеклык. Чернокол. Параплюй. Ну, параплюй очень напоминает мне кипятильник. Землерой. Гротажор. Ё-моё. Скороят, офигеть, у него пасть у этого скорояда. А вот это, смотри, какой громоножка-защитник, нифига себе. Обалдеть. Или вот это вот, чем-то напоминает мне скалотряса. Черничный грузонос. Ну что, друзья мои, давайте тогда на этой ноте мы, наверное, с вами закончим. Вечером, надеюсь, сегодня выйдет еще серия. Но уже, как обычно, будет аренка. Возможно, мы соберем достаточное количество рыбы, чтобы улучшить, поставить на улучшение нашу дровницу, да? Ну, а так нужно, конечно, делать акцент на бревна. И бревен нам нужно тонны. Если не сказать, что больше. Так что всем пока и до новых скорых видосиков. Удачи вам!